Меня зовут Юрий Бутусов. Я режиссер-постановщик спектакля «Чайка». Сейчас вы видите начало четвертого акта, сцена Маши и Медведенко. После того, как они поженились, и у них родился ребенок. Здесь очень важна в этой сцене атмосфера. Атмосфера беды приближающейся, какое-то некое мистическое ощущение этого места, этого волшебного озера и приближающийся финал, приближающаяся катастрофа. Главная задача, конечно, была выйти за пределы психологического объяснения и бытового бытописания, бытового понимания ситуации. Поэтому, скажем, простая ситуация, связанная с расстиланием простыней и подготовкой к кровати, превращена нами в некий символический акт, связанный скорее даже со смертью, чем просто со сном. Здесь в этой сцене очень характерным, как мне кажется, в принципе, для этого спектакля происходит раздвоение персонажей, и мы видим перетекание актеров из разных из разных ролей в, скажем, здесь две Маши и две Аркадины, и они связаны все переплетениями, как корни деревьев. Это очень важно тоже для понимания спектакля. Поскольку это тягучесть, изменчивость, переход одного состояния в другое были важны для меня и для актеров, когда мы сочиняли этот спектакль. Кроме того, немаловажным обстоятельством является то, что все женщины этого спектакля очень красивы. Это важнейший фактор. Как говорил Товстоногов, талант – дело темное, а с красотой не поспоришь. Я руководствуюсь этим принципом очень часто при выборе актеров для своих спектаклей. Ну, это, в общем, почти шутка. А то, что во всех, в каждом из нас живет не один и даже не два человека, а гораздо-гораздо больше. Этот момент кажется мне принципиально важным, понятным. И я и в этом спектакле, и так же, как и в других своих спектаклях, я пытаюсь исследовать эту проблему или эту особенность. Вот появился Медведенко, прекрасный Антон Кузнецов. Ужасная погода, вторые сутки, марш, поехали.